Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Уильям Брэдфорд. «Китолов и рыболовные суда у побережья Лабрадора». 1880 год, холст масла 45/71. Уильям Брэдфорд все свое творчество посвятил арктическим пейзажам. Он изображал морские и портовые сцены, а также виды природы севера. Начав заниматься живописью в 20 лет, художник был одержим желанием передать неприступную красоту и суровую мощь арктических льдов. Для этого он совершил множество экспедиций, в том числе к берегам Лабрадора и Ньюфаундленда. А в 1869 году вместе с фотографами Джоном Данмором и Джорджем Кричерсоном отправился к Баффиновой земле, канадскому арктическому архипелагу. Это стало самым знаменитым и плодотворным путешествием мастера и обозначило зрелый период его деятельности. Картина «Китолов и рыболовные суда у побережья Лабрадора» является классическим примером выработанного Брэдфордом типа пейзажа «Корабли и айсберги». Используя холодный колорит, живописец передает таинственный блеск снежных вершин, погруженных в темно-серую дымку тумана. Клубящиеся белые облака на небе вторят величественным формам айсбергов, а сумрачный свет подчеркивает одновременно отталкивающую и безумно притягательную красоту полярной природы. Вот такое описание к работе «Китолов и рыболовные суда у побережья Лабрадора», 1880 год, автор Уильям Брэдфорд. Описание по книге «Великие музеи мира». Всего хорошего, до свидания.